Гэта Міншчына, я Марыя Рабчык. Вітаю вас і коротка пра галоўнае. Каравай, каго хочаш, выбірай на Міншчыне першыя тысячнікі. Всех благ, здоровья, успехов. У глыбіні Любаньскіх шахт на пляцоўцы Нежынскага горна-абагачальнага камбіната бураць свідравіны. Будзем прыступаць к непасрэдна бурэнню саміх замаражачых скважын. Анастасія Хобытава ўбачыла маштаб работ і казачнае дзяцінства. Клецкі яслі-сад прызнаны лепшай установай дашкольнай адукацыі на Міншчыне. Коллектив нашего учреждения старался проявить творчество и фантазию. Аграры Міншчыны бяруць новыя вяршыні ў рэгіёне. Першыя тысячнікі ў Клецкім раёне прымалі віншаванні і падзякі камбайнер Геннадзь Кулік і вадзіцель Міхаіл Халапук. Людзі яны вопытныя, перамог такіх за плячыма шмат. Толькі сёлетняе асабліва прыемнае. Жніво спазнілася, трэба было ўключаць рэактыўную хуткасць. Экіпаж Геннадзя Куліка 4 дні запар выдаваў па 140 тонн. Вялікае жаданне, памножанае на працавітасць, дазволілі першымі ў вобласці прымерыць лаўры пераможцаў. Чтобы у вас было дома все хорошо, и главное, были вы здоровы. Спасибо. Успехов, дай Боже вам здоровья. Всех благ, здоровья, успехов. Почти каждый год были тысячи, и по 2000 было. В 2012 году ездим на дожинки. Но если погода поможет, за неделю с половиной уберем. Праца на палетках днём і ночу, часу, каб без стратаў сабраць хлеб, не так і шмат. Неабходна справіцца за 2 тыдні. Пастаўлена задача да 20 жніўня скончыць жніво. Зараз аграры Міншчыны намалацілі 500 000 тонн збожжа, плануюць 2. Ураджайнасць крыху менш 40 цэнтнераў з гектара. На палетках спякотна, на пляцоўцы будучага Нежынскага горна-абагачальнага камбіната, гэта ў Любаньскім раёне, хутка панізяць градус. Справа ў тым, што тут прыступілі да бурэння свідравін па асаблівай тэхналогіі. На глыбіню 156 метраў уводзіцца холадаагент, які створыць тэмпературу -36. Пройдзе гэта не ў адзін момант, на працягу 8 месяцаў. Такі метад дазволіць не дапусціць пранікнення ў шахту вады. Анастасія Хобытава ўбачыла маштаб работ. На кожным шляху тут толькі і чуваць. Скіпавы ці клецьявы за складанымі тэрмінамі схаваны даволі простыя паняцці. Свідравіна для прыёму і для падачы калію. Бетонныя асновы вертыкальную планіроўку участка зрабілі загадзя. Цяпер бураць свідравіны, дакладней заканчваюць іх 86. Ужо ў кастрычніку нямецкія спецыялісты падключаць станцыю замарозкі. Тэмпература грунта знізіцца да -35. Такая халодная тэхналогія дазволіць ізаляваць шахту ад вады. У бліжэйшае время работы по бурэнню кондукторов будут завершены, будем приступать к непосредственно бурению самих замораживающих скважин. Данная система позволит заморозить грунт для того, чтобы возможно было пройти ствол, поставить крепь. Гэты камбінат, як палачка-выручалачка для рэгіёна, будуюць не толькі прадпрыемства, але і адпаведную інфраструктуру. У прыватнасці, жыллё. Новыя дамы населяць спецыялісты. Іх, дарэчы, будзе больш за 2000. 40-квартирны жылой дом, который подразумевается, что он будет переведен в арендное жилье и будет предоставляться нуждающимся. Сдача дома планируется в сентябре месяце. Компания «Славкалис» планирует самостоятельно построить 3 дома по типу общежитий типовых. На сегодняшний день проект этот находится на стадии проектирования. А на территории самого комплекса появится ЦЭЦ и газопровод. А еще своя чыгунка. На комбинате планируют добывать 2 миллиона тонн калию в год. Его так просто до спажуца не доставишь. Дорога необходима. А вось тая самая дарога ў вялікую будучыню зусім хутка, менавіта гэтай восенню. На гэтым участку чыгункі і пачнецца тая самая рэканструкцыя. Магчыма, для гэтага невялічкага населенага пункту гэта будзе рэканструкцыя стагоддзя. Анастасія Хобытава, Сергій Куркоў, Міншчына. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка ўзгадніў на пасаду старшыні салігорскага райвыканкама Алега Паскропку. Алег Паскропка працаваў першым намеснікам міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Ён мае 38 гадоў, скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт. Да працаў ЖКГ Алег Паскропка быў кіраўніком адміністрацыі цэнтральнага раёна Мінска, а дагэтуль намеснікам у Фрунзенскім раёне.
Указ об адресным субсидировании будаўніцтва жилья уступил у силу. Это новый вид державной подтримки для громадян, которые имеют потребу поляпшения жилевых умов. А что за ён, спытаемся у автора экономичного огляду Виктории Свирской. Вика, привитание. Привитание. Вот скажи, коли ласка, мы, я маю на увазе себе и свою молодую семью, стоим у чарзе на поляпшение жилевых умов. Дык на что мы зараз можем различивать? Як і ўсе на дапамогу дзяржавы, а менавіта на грошы, каб пагадзіць крэдыт. Дзе ты яго бярэш, у дзяржаўным банку ці ў камерцыйным, не мае значэння. Зараз усё раскажу. Указ номер 240 об державной подтримке громадян при будовництве и реконструкции жилых помешканий у допомогу тем, кто имеет право на льготы. Это многодетные, молодые семьи, дети-сироты, военнослужащие, ветераны военных действий. Все они могут отримать гроши на погашение кредита, который брали у банку на будовництво. Сколько это будет грошей, у каждом выпадку своя сумма, и она зависит от размера помешкання, которое будуется, от количества членов семьи. Гроши люди отримають особисто и смогут частково различиться с кредитом. Погашать субсидию разные категории отримальников будут по-разному. У любым выпадку она зависит от ставки рефинансирования. Зараз на Минщине у чарзе на поляпшение жилевых умов у 94 тысячи человек. До конца года у регионе побудуют больше за 150 тысяч льготных квадратных метров, а сдали их уже 100. БелАЗ до конца года поставить у Монголию технику на амаль 3 миллионы долларов. Подписана отповедная домова. Хутка три карьерные самозвалы грузоподымальностью 130 тонн отправятся на одну из буйнейших горнорудных компаний Азии. Компания «Дауни» – партнер БелАЗа, и парк техники складается в основном с жодинских машин. Увогуле у первом полугодии белорусский автомобильный завод поставил продукцию у 24 краины света. На Минщине побудуют завод коробок передач. Инвестпроект меркуют реализовать до 2021 года. Предприемство разместится у пристолицы. На им будут выпускать механичные, гидромеханичные, а так само элементы электромеханичных коробок передач. Реализация проекта предугледжвае створение необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры. Районы Минской области узначалили два супрацьлеглые рейтинги самых працавитых и самых беспрацовных. Топ-10 районов с наибольшей колькостью непрацаўладкаваных открывая Маладзечанскі. У гэтым же спісе и Слудчына. А вось у старых дорогах найменш беспрацовных, и гэта першае месца ў краіне. У десятку самых працавитых трапілі таксама Мінскі, Валожынскі, Дзяржынскі районы. На Салігорщині змогли у 10 разов уменьшить кошт ремонту дорог, дякуючи сучасной технологии. Зношенный пласт обновляют нанесением специальной эмульсии. И она разливается на асфальтобетон, тем самым закрывая сетку расколину и перекрывая доступ вильгати. Пошля дорога покрывается щебнем. Таким чином на ближайшие 5 год можно забыться на ремонт. Километр дороги мы можем положить при хороших условиях и подаче материалов порядка 2 дней. На участок вот текущего ремонта этой дороги, 2,5 километра, надо 3400 тонн асфальтобетонного покрытия. Это будет слой толщиной 8 сантиметров. Мы в этом году значительно увеличили объем работ в Солигорском районе по ремонту дорог. Те дороги, которые 20-30 лет назад последний ремонт видели, сегодня мы ремонтируем 50 километров дорог. Это очень хороший показатель. Если в сравнении с 2015 годом, так это в разы, это в 6 раз. Здорово, значит, себе, да, с дорогами нам не погрожает, так? Не погрожает, тем больше Беларуси, как ниде на постсоветской просторы сочат за шляхами, а замежники, особливо с России, Украины, у культурным шоку им есть чем поравновывать. Это правда, но нам так само. Тогда у студии меньше, на заглядом экономичных новинок была Виктория Свирская. Клецкому ясли-саду так само есть чем гонориться. Коллектив установы удостоился высокой отзнаки Минаблвыканкама у конкурсе за створение лепшего педагогичного сяродзя. Забавляльные развивающие пляцовки тут на самом высоком узроўні. Створано 12 зон. Кожная мая свой напрамок и дозволяя дитяти у гульнявой форме познать свет. Коллектив нашего учреждения старался проявить творчество и фантазию для того, чтобы дизайн участков был значимым в образовательном процессе, а также комфортным, доступным, ну и в первую очередь безопасным. Мы сделали 17 видов различных скамеек различной конструкции и сюжетной направленности. Это паровозики различные, машинки, автомобили, самолеты.
До слова, до садовской справы спричинились и батьки детей. Зробить наваколе прыгожим для малых никто не отмовлялся и не ляновался. До речи, в конкурсе на лепшее педагогичное сяродзе значили и дошкольные установы Ракова и Усты. Репортажи, эфирные видео всех программ у любой час доступны на сайте CTV.BY и на YouTube-канале столичного телебачения. Заходьте, глядите, подписывайтесь. Доброго настроя, до встречи.